одной стороны обычная грузовая машина, с другой оборудованная сцена. Здесь расположено все компактно. Микрофон, колонки, свет – все, что нужно для хорошего концерта. Джанкои презентовали Дом культуры в миниатюре и сразу же провели тест-драйв. На сцене певцы исполняют лучшие композиции. Прям как настоящий концерт. Концерты, еще выездные спектакли, сказки, танцы. Машина почти за 5 миллионов рублей будет курсировать по селам Джанкойского района. Приедет туда, где нет стационарного дома культуры, чтобы организовать людям праздник. Звукооператор со стажем Замир Ибраимов говорит, аппаратура здесь для настоящих профессионалов. Ну вот, начнем с самого малого. Вот стабилизатор напряжения внизу у нас. Если у нас напряжение где-то не очень ровное, оно все выравнивает. Дальше вот ноутбук, микшерский пульт, вот радиомикрофоны и кроссовер. Вот. Собрать и разобрать сцену можно за 15 минут. Техника работает за счет генератора. Это значит, концерт проведут даже в чистом поле. Такой подарок получат еще 5 районов республики. Белогорский, Бахчисарайский, Красногвардейский, Ленинский и Симферопольский. В этом году в рамках национального проекта «Культура» Джанкойский район самый обласканный. Потому что мы еще ремонтируем в рамках нацпроекта 3 клуба полностью. В селах Лобаново и Новокрымке ремонт храмов культуры завершат в конце лета. А вот Марьино работы ведутся с опережением графика. Дом культуры в селе Марьино буквально за 3 месяца преобразился до неузнаваемости. В ветхом здании 1954 года постройки близится к завершению капитальный ремонт. Работа кипит на первом этаже. Там отбойным молотком убирают слой бетона, чтобы залить новый и уложить плитку. А вот второй этаж почти готов. На сегодняшний день выполнен ремонт кровли полностью, выполнен ремонт фасада, все заменены перекрытия, в том числе межэтажные, чердачные перекрытия. Параллельно ведется сейчас электрика, ведутся работы по сантехнике. Завершить ремонт планируют уже в конце июня, а пока люди могут насладиться концертом, который уже вскоре приедет и к ним. График выездов переносного клуба в разработке. Эльмаз Аблакимова, Арсен Фукала, телеканал «Милет».